опять-таки, моя задача показать саму методологию, саму идеологию, а дальше вы в зависимости от вашей потребности выбираете темы, которые вам актуальны на текущий момент, выбираете те элементы, которые вам нужны для реализации вашего текущего там проекта или операционной деятельности. Первые процессы – это управление объектами. Ну, здесь некие комментарии даны, надеюсь, большинство там прочитает это вещи. Здесь речь именно про описательную часть – это объекты оборудования, то есть как они устроены, из каких узлов состоят, из каких моделей состоит ваш парк оборудования. Соответственно, данные по самой организации, то есть как устроены цеха, подразделения, как они связаны между собой технологически. Это, значит, в области данных. Очень много внимания мы уделяем вот этому непонятному отделу, отдел нормативно-справочной информации, то есть это те люди, которые занимаются поддержанием всей вот этой информации в актуальном состоянии. Очень много мы проводим времени, значит, убеждения наших заказчиков, что информация по оборудованию, по типовым справочникам должна вестись централизованно. Именно от этого процесса зависит правильность принятия решений техническими специалистами в процессах планирования, учета дефектов и так далее. Не буду я все элементы, поскольку вот эти вот элементы мы, собственно, и рассматриваем на наших там вебинарах, семинарах более детально. Итак, первая группа – это справочники и данные, да, объекты.